Периферическое кровообращение, мы сказали, у астеников оно в худшем состоянии находится, поэтому цвет слизистой в сторону бледного астеника. В гиперстенике более бордовый, багровый. Согласны с этим? Да. Да, но при диагностике, при тургоре тканей, поскольку скорость микроциркуляторного русла у пациентов астеничной конституции, опять же, по причине обменных процессов, он быстрее, несмотря на меньшее количество эритроцитов и меньшее содержание гемоглобина в эритроцитах, у них цвет дольше остается красным. То есть здесь он уже заведомо, то, что гиперемированы ткани. Особенно это выражено у пациентов с рыхлым биотипом. Он может быть толстый, но и при этом еще и рыхлый. То есть такой вот прям совсем пастозно-отечный. Ну почему? Да, мы же понимаем, что жидкость остается. Поэтому тут, да, я согласен. Болезни имплантатов, ну, как и болезни зубов, мы все-таки выяснили, что есть не только кондиционные моменты, но и многие ответы организма, инфекционный раздражитель. То есть мы пока оставляем это пограничным, то есть не пульповая камера. Я думаю, что, в принципе, терапевты знают, что если они работают в каналах, то есть пациенты склеротического типа, у которых очень сложно проходимые каналы. И есть пациенты гиперстеники, у которых широкая пульповая камера, есть эта корреляция. Поэтому я думаю, что, ну, поскольку я больше, наверное, все-таки с эндодонтами общаюсь, я думаю, что мы все-таки поставим зеленый. По общему анализу крови, анемические пациенты астенические, у гиперстеников повышенное количество эритроцитов и гемоглобина. С этим как вы? Больше? Ну да, это же известные исследования Иланга в том числе по поводу содержания гемоглобина в эритроцитах, его Принимаю. действительно меньше. А там его просто не нужно такое количество за счет более быстрого тока крови, это очень легко объяснимо. При Скорость. одинаковом объеме у пациентов с длинными сосудами, представьте, когда систему водоснабжения или чего-то, там скорость движения быстрее. Но за счет того, что эластичность стенки тоже более быстрее, там давление относительно меньше. А такое количество эритроцитов и гемоглобина, в них просто в нем нет необходимости, что это компенсирует все обменные процессы. Вязкость крови как следствие все-таки где, у кого повышенная больше? Я так вижу, что у гиперстеников вязкость все-таки Да, замедленная, вязкость крови, больше. очевидно, должна быть выше гиперстеников, и это и скорость оседания эритроцитов, и Оксигенация реологические свойства тканей. крови. Есть. А, соответственно, обменные процессы все наоборот, потому что проницаемость сосудистой стенки она будет ниже, осмотическое давление будет ниже, гидростатическое давление будет выше. Ну, собственно, и весь обратное всасывание, оно будет происходить медленнее. За счет этого и нужно больше структур и гемоглобина в эритроцитах, да, и вот остальных и белковых компонентов в том числе. Сахарный И диабет. жидкость. Сахарный диабет. Вот когда мне говорят первого, второго типа, сколько вот корреляция? Ведь, как правило, все-таки есть пациенты с метаболическим синдромом, и есть пациенты, Да. у которых другой тип, который сушеный такой тип. Я все-таки думаю, что поставим здесь больше в сторону «да», потому что даже Чернорудский писал, что именно диабетиком он отметил. Скорее да. Артериальное давление. Ну, все мы знаем, например, такую худенькую девушку, оборочную, которая падает в обморок при каждом. И пациент с гиперстениками – это такие вот краснощекие, значит, пациенты. У них больше проблемы центрального аппарата, проблемы с сердцем. Также вот можно также уже классифицировать. Ну, это по классификации гипоксемическая гипоэмия. То есть у них недостаток содержания кислорода и его доставка. Согласен, что, конечно, давление. Плюс, если мы говорим о периферическом, это тоже один вопрос. Потому что, очевидно, периферическое давление у этих пациентов, у астенических, должно быть выше. Периферическое. А системное ниже, да, А почему периферическое. обмораживают они чаще кончики ушей и инсульты все-таки? Вот. Потому что тоньше толщина кожных покров, а там все-таки там 9 слоев кожи, тоньше стенка сосуда, быстрее обменные процессы. Поэтому как реакция на стресс, все это уходит. То есть сначала же у нас возникает компенсация, а потом, поскольку возникает шок и не реагирует организм, дыхательный центр на углекислый газ, то происходит процесс обратный. ЖКТ в сторону атрофии, атрофический гласит колит и гиперстеники, повышенная секреция желез. Как вы к этому? Больше да или больше нет? Ну вот я бы, честно говоря, так не взялся рассуждать, потому что могут тут влиять, опять же, факторы, ну, элементарные чисто. Да. Альвеолярный И атрофик.
Астеники – это у нас фактически тонкий альвеолярный отросток. Мы все знаем бабушки, которые приносят пакет протезов, не может пользоваться, тоненькая десна, все на тонкую кость. И пациенты гиперстениками – прекрасный клапан, альвеолар сохраненный, замедленный вот этот лизис, видимо, для них и приводит к тому, что у них альвеолар долго сохраняется. Тоже кажется, что это факторы как дополняющие, потому что если мы говорим об атрофии у бабушек, они могли быть изначально разной конституции. Вот если бы мы наблюдали пациентов молодых, у кого возникает атрофия с съемными протезами, ну то есть тут тенденция была бы более заметна. И еще такой момент, что у пациентов действительно с гиперстенической конституцией медленная реакция и менее активная на атрофию. Медленнее происходит высвобождение этого кальция за счет более сниженной ферментной активности. Поэтому вопросы вот к ЖКТ тоже, он, поскольку взаимосвязан, мы имеем гуморальную регуляцию, очевидно, и нервную. То есть пациенты астенические, у них должна быть более выражена симпатическая нервная система и вообще вегетативная регуляция. Следующий компонент – десневые сосочки с астениками. Это тонкие высокие сосочки, гиперстеники низкие, широкие. Форма зубов, как следствие, сказали. Реакция десны не поставлю желтая, потому что более глубокое понимание рецессии или разрастания все-таки относится к индивидуальным вот этим моментам. И слишком широкая тема, чтобы ее уместить, например, вот просто в конституцию. Это Наклон может крестец. быть и дистопия. Доказано, да, доказано. Вот мы нашли тоже один интересный источник, что если происходит интрузия зуба, то рецессия может не образовываться. Если она была, она может полностью закрываться за счет комплекса мягких тканей, которые окружают, даже при тонком биотипе десны. Да, наклон гребня. Чаще всего у астеников он протрузионный, у гиперстеников отвесный. Соответственно, мышца меньше давит на лицевые стенки, а астеников преобладает именно наклонный компонент откусить, захватить пищу и дальше уже. Я думаю, что здесь, наверное, согласие все-таки ваше получу. Реакция на получение мягкотканных трансплантатов, боль, кровотечение. У гиперстеников чаще мы находим все-таки ночные кровотечения. У пациентов астенического боль, потому что очень тонкая мягкая ткань, и при получении трансплантатов уже очень близко к кости. Регенеративный костный потенциал. Все-таки я за гиперстениками вижу, насколько сохраняется этот потенциал. И больше все-таки широкий биотип, склонный к регенерации, надкостница шире. Знаете, что вот мне кажется, что это тоже не 100%, потому что Неочевидно. толщина надкостницы в спящем состоянии у всех одинаковая. Это полторы, максимум две клетки. И, конечно, за счет реактивности у астеников быстрее она будет разрастаться сравнительно. Может быть, это не так, там, да, в отдаленной перспективе не будет сильно влиять. Соответственно, вот применяя фармакотерапию, можем наблюдать, что на самом деле у пациентов с астеничной конституцией мы получаем сравнительно лучший результат воздействия фармакотерапии, да, и реакцию со стороны мягких тканей, и обменных процессов, и реологических свойств. И у них действительно лучше кровит слизисто-надкосничный лоскут при первичном разрезе для сбора той же крови, использования в целях регенерации. Поэтому вот как бы не хватает данных, чтобы вот точно так сказать. А у пациентов гиперстенических сам потенциал к регенерации он ниже и происходит это медленнее, то у них есть такая проблема, как неполное замещение кости, не проросли сосуды туда. Поэтому можем наблюдать там и кальцинированных рящ, так называемую остеоидную ткань, и остатки материала, которые не заместились, если мы говорим там о костной аугментации. Поэтому тут вот такой момент, он, да, в общем, Кстати, да. неоднозначный. Биологическая ширина, то есть у пациентов со астениками она тонкая. Я показывал пациента с имплантом, у которого зона 1 мм, да, и у гиперстеников более широкая. Мы говорим о нефункциональном объеме, о фиброматозе, например, о том же, да, как реакции на какие-то воздействия. Имплантация у пациентов со астениками, мы стараемся субкристально поставить имплантат, чтобы компенсировать эту толщину. А у пациентов гиперстеников, наоборот, поставим имплантат с полированной шейкой, чтобы сократить биологическую ширину, этот избыток тканей, вот этот нефункциональный, хотя бы его сократить, чтобы он был неподвижный. Поэтому, в принципе, в концепцию помещается наше. Настроение неочевидно, мы сказали, настроение в зависимости от спокойного состояния при возбуждении. Не Мы очевидно, да, абсолютно, да, не угадаем лицевые признаки. Тут, в принципе, мы сказали о аденоидном типе лица, о тонких губах, вес и рост, все-таки рост, опять же, да. пациентов совершенно разных. Они маленькие бывают, худенькая девушка 45 Там килограммов, бывает очень бывают высокие. высокие, поэтому не очевидно этот момент. ЗКПД, зона прикрепленной десны.
Но, опять же, вы говорили про место крепления мышц, тоже индивидуальный факт. Свод неба. Чаще всего все-таки мы имеем, опять же, неочевидный момент. Я видел Вообще нет, готическое да. небо, у пациентов разной Самое, конституции. да. Если вы позволите, самое интересное, что вот в этой, вот в этом конкретно тезисе кажется очевидное противоречие. Мы говорим о том, что есть долихоцефалия, и потом все структуры должны быть вытянуты. Поэтому наоборот, так называемое, да, Готическое, вот. скорее всего, будет вообще наоборот, а не Наоборот, так, как да. указано. Совершенно верно. Предрасположенность дыхательной системы я почему поставил, потому что подкожная клетчатка слабо развита, и они достаточно быстро переохлаждаюсь, постоянно кашляют, они все-таки поставлю такой желтый сигнал, что все-таки предрасположенность у них есть заболевание дыхательным путем. Это может быть психосоматическое, поскольку процесс дыхания очень взаимосвязан с нервной регуляцией, то это является и защитным механизмом, кашель, чихание, да, это и так далее. Это выражением является эмоционального стресса, как положительного, так и отрицательного. Глубокий вздох или резкий выдох. И так, поэтому тут есть несколько переменных, и вот классификация Павлова тоже здесь была бы очень полезна. А вот из того, что я смотрю у него, сердечно-сосудистую систему я бы тоже разбил на две части. Очевидные сердечники – это гиперстеники. Это Абсолютно. пациенты, у кого возникают инфаркты, атеросклероз. И опять же, и сахарный диабет, и метаболический синдром, и ожирение. Да, и вот эта триада, так называемая, проблемная, из которой очень сложно выходить потом пациенту, конечно, характерно гиперстеническим, очевидно. Со стороны сердечно-сосудистой пациента у астеников это очевидные инсультные состояния. А волосинение тоже неочевидный момент. Бывают широкие с лысинами, бывают худенькие, пушистые. Температура тела. Все-таки астеники, у них сниженная температура тела. Вы знаете, я бы тоже тут вообще не проводил, потому что у него может быть и 32. Чаще все-таки они рождаются с гипоплазией малей, все-таки пациенты худенькие. Как вы? Поскольку это признак генетически детерминированный отдельно, и эмаль, она созрев, ну, то есть тоже вопрос, да, и рассуждая сугубо вообще как бы из других дисциплин, да, ну, то есть, казалось бы, и анатомии полости рта по Быкову, но я, честно говоря, не учил и не сдавал экзамены, как минимум. От папы могло достаться одни зубы, от мамы другие челюсти. Разные И вообще, да. цвет зубов. Признаки, которые имеют свои аллели Да. генов, мне кажется, что их нет смысла вот под общую гребенку втягивать, потому что мы, очевидно, здесь не учитывали генетические, да, изменения и индуцибельные гены, и проявления там каких-то признаков рецессивных, которые неожидаемы на самом деле. Абсолютно. Так же, как голубые глаза у двух, да, там и прочее. Цвет зубов ставлю на мои чисто клинические наблюдения. Больше у астеников, большая транслюцентность, у гиперстеников малая. Чисто на мои клинические наблюдения. Размеры зубов тоже мы не можем сказать. Это тоже вот Вообще, да. как получится. Форма зубов. Казалось бы, у астеников, наоборот, зубы должны быть агрессивные. Они же вытянутые, длинные. Так. А еще можно сказать, что касаемо небольших зубов, это тоже генетически детерминируемый признак. И у пациентов Абсолютно. астеничной конституции бывают очень крупные зубы, что Да. является причиной тех же рецессий. Рецессии, они просто не помещаются в и альвеолы тонкие. Я Да. закончу на такой веселой ноте. Целью этого вебинара являлось, ну, как бы расширение кругозора, скажем, вот, коллег, меня в том числе, создать курс, это изучить эту тему, получается очень хорошо, поэтому я в любом случае благодарен вашему подарку, да, этой книге. Сделаю второй вебинар по диагностике для врачей-стоматологов, а третий, надеюсь, Мария Носова с нами проведем именно по клинике. Хочу на этой ноте закончить, да, то, что мы имеем какую-то некоторую Барби такую, да, светловолосую, худенькую, астеничную, с другой стороны, борца сумо, такого гиперстеника. Опять же, мы выделили, что это только один компонент. Есть еще индивидуальные особенности экспрессии генов, есть еще факторы среды и хирургическая какая-то операция. Поэтому вот в этом уравнении мы сегодня рассмотрели только первый компонент. Поэтому благодарю вас за внимание, наших слушателей и зрителей, и вас за уделенное время. Если что-то хотите сказать, пожалуйста. Да, спасибо вам за возможность подискутировать и поделиться наработками, которые мы уже имеем, и вот от открытой дискуссии получить новые знания, которые тоже будут, безусловно, полезны, и новые источники информации, и до новой встречи. Да, мы Спасибо, готовы и спасибо. будем готовы.